Шатыры автомобиля сутыкнулись у ДТЗ у Гомелі. Как поведомили у областной ДАИ, авария отбылась у день 13 кастрычника. 30-годовый водитель Митсубиси ехал по Рычицким проспекте сбоку в улице Барыкина у напрямку Клермон-Ферран. При повороте налево не соступил дорогу и сутыкнулся с Мерседесом, який рухался у сустречном напрямку. От удару Митсубиси откинула на БМВ, який у свою чергу сутыкнулся с Доджем. У вынику ДТЗ потерпел 58-годовый пассажир Митсубиси. С травмами он был доставлен у реанимацию. У гэты ж день у Добрушском районе 37-годовый бесправник на Ауди за неправильно обранной хуткости не справился с кированием, съехал у кювет и перекулился. Потерпела 33-годовая женщина-пассажир. После оказания медицинской допомоги у районной больницы ее отпустили до дому.